Привет, друзья! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию топ-10 самоделок, которые я сам часто использую в своей работе. Итак, начнем. На 10 месте находятся деревянные тиски. Очень удобное приспособление для фиксации, скажем так, хрупких, мягких материалов для последующей работы с ними. На 9 месте находится подставка для электродов, без которой теперь не обходятся мои сварочные работы. Также она очень проста в своем изготовлении. Восьмое место – это специальная насадка на электролобзик, которая служит в основном для резки пластика. Но я умудрялся с помощью этой насадки даже разделывать большую рыбу. Седьмое место заняла самоделка, которая быстро превращает вашу болгарку в точильный станок. Если вы еще не сделали такое приспособление, обязательно сделайте и напишите свое мнение в комментариях. Шестое место – это вращающийся диск для покраски мелочевки. Хотя мне и написали в комментариях некоторые диванные товарищи, что, мол, это бред, но на деле оказалось вполне удобное рабочее приспособление. На пятом месте находится простейший шлифт-станок. Также это приспособление вызвало неоднозначную реакцию со стороны моих зрителей.
К примеру, один такой человек на Дзене написал мне чуть ли не целую статью по этому поводу. Писал про люфт опорной площадки под нагрузкой, как будто я на нее буду кирпичи ложить. Про ненадежность крепежей, которые, по его мнению, со временем должны расшататься. На практике же оказалось все не так. Смысл такой приспособы был именно в простоте изготовления и дешевизне. Она вполне подойдет для небольших мастерских. И хотя на сегодняшний момент я изготовил себе уже другое приспособление, но считаю данный вариант вполне приемлем. Это подтверждается опытом длительного использования данного инструмента. На четвертом месте расположился циклонный пылесос. Я так назвал емкость для мусора, которую я сделал из 110-й пластиковой трубы. Очень компактное и удобное приспособление. Третье место – это педаль запуска электроинструмента, которая также стала незаменима в моей мастерской. За основу я взял курок от убитого электролобзика. Две резетки, позволяющие подключить одновременно электроинструмент и циклонный пылесос. Второе место. Я отдал стенду из ПВХ-труб на мой рабочий стол для инструмента. На сегодняшний день этот вариант размещения инструментов и различной мелочевки является самым оптимальным. Ну вот, наконец-то мы и дошли до первого места моего рейтинга. Его занимает вот такое вот приспособление, состоящее из металлической платформы, крепежа и тисков. Такой вариант оптимально подходит для небольших мастерских. С помощью этого приспособления я отрезаю небольшие заготовки, используя ушей, фиксирую для шлифовки и прихватываю различные детали
с помощью сварки. Ну вот и все, друзья. Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч! Здоровья вам и вашим близким!